Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. И у нас задание за растение. Необычные волны, играем мы с тобой против Нептуси. И я, наверное, оставлю здесь бабаха. Посмотрим, что она из себя представляет. Правда, я колоду не поменял. У меня очень много всяких антинадгробий. Так, слушай, ну вот это я оставлю обязательно. Вот короля мы, наверное, поменяем. И вот здесь тоже махнем. Ну и вот это тоже. Ну, в принципе, неплохо, я думаю, да? Чем больше, тем лучше. Во время этой миссии все бойцы получают +1/+1 в начале своего хода. Ага. Равные условия. Я пока никого не буду ставить здесь. Размещает осьминожку. Ну, осьминожку-то мы с тобой шлепнем. Да? Правда, сейчас не получится, но на следующий ход. Ага. Но мы с тобой получили 3 в лицо. Упс. Ты серьезно, что ли? Блин, я же забыл, что он... Ай-яй-яй. Как же нам тогда с тобой быть-то здесь? Ладно, добить все равно нужно эту осьминожку. Поехали. Этот получит на следующий ход 2-2, да? И что же нам тогда с тобой сделать здесь? Поставить мину? Блин, фигня какая-то получается. Ладно, сделаем вот так. И вот так. Я не знаю, кто здесь, ребят. Но мне кажется, ничего хорошего здесь не будет. Ага. Слушай, ну это хорошо, ребят. Мы уничтожим этого зомби с тобой. Ну и, соответственно, этого. Единственная беда, что у меня карт практически не осталось. Ну-ка. Кукурузу мне дали. Слушай, ты достал уже, а? Че, мне этого, что ли, выставлять? Ну давай я сюда... Блин, я не знаю, ребят. Ну давай вот так сделаю. Хоть что-нибудь, как говорится, ему нанести. Хоть какой-то урон. Предположим, да? Так, мы с тобой сделали, ага. Ананасовая бомбочка у нас с тобой. Как раз вот против этого хмыреныша. Зашибись. Так, я думаю, что можно еще применить шаманство сюда. Угу. Дали грибок. Так, посмотрим. У нас с тобой защита срабатывает. И что нам дают? Пузырь. Да я пока не буду, наверное, его тратить. Не вижу в этом смысла. Груши. А вот груши — это хорошо. Смотри, смотри, что делает. Ты посмотри, что он тут творит. А если мы сделаем с тобой... Погоди-ка. Вот так вот. А почему бы и нет? Окей. Погнали. Что он там? Ага. Перемещает. Куда? Вот сюда, наверное, переместит, да? Вытягивает карту. Сюда даже. Он гонится за уроном, да? Получается так, ладно. Ну, предположим. Так, могилоед. Могилоед, ага, сюда поставил. Сюда. Ну что, если мы с тобой сделаем, например, вот так. И поставим сюда 2 груши. Давай-ка глянем, что он тут сможет сделать. Уничтожает растение 2 или меньше. То есть 3 в лицо нам уже обеспечено, да? Я понял. Так, здесь, конечно, немножко плохо. А вот как теперь нам сыграть? Что у него там за карта? Я не знаю. Друзья мои, я не знаю, что там за карта. Но, наверное, какая-нибудь зловредная. Я боюсь, что он сможет переместить мне растение. Хотя, подожди-ка, если мы вот, например, сюда поставим. К примеру. Он же не сможет переместить, да? По идее, не сможет. Если, конечно, не уничтожит. Он может вот эту вот, например, убить сейчас мне и все. Нет, ничего не стал делать, и это круто. Так, минус этот зомби. Так, этот еще выживет. Ух, все, ребят. Ну что, первый бой прошел довольно неплохо. Нептусь
повержена. Ну, а мы с тобой получаем 100 билетиков. И, конечно же, двигаемся дальше. Давай смотреть, кто будет у нас тут следующим. Так, я не знаю. Бабаха, может быть, кого-нибудь другого нам взять? Ну, кого? Ну, можно попробовать поиграть за орех. Кстати, я хотел, ребят, посмотреть, какие карты новые нам выпали. Я до сих пор еще их не проверил. Давай-ка глянем, что у нас тут. Ага, у ореха ничего нету нового. Ничего нету у него нового. А у кого же тогда эти карты выпали-то? Может быть, на нашей вспышке на солнце что-нибудь новенькое есть? Давай посмотрим хорошенечко. Хм, опять ничего здесь нету. Странно. Может быть, тогда на зубостизилье? Что-то здесь совсем не то. Астрая авокадо у меня, по-моему, уже было. А, вот, ребята, вот новое, смотрите. Такого растения у меня не было. Стебелек при использовании перемещает зомби. Вот так вот. Такого растения у меня еще не было. Это новенькое. Ну и, как я вам говорил, у меня новый герой за зомби появился. Это именно та самая Неп, то есть против которой мы с тобой воюем. Так, подожди. Зубостизилу мы с тобой поменяем. Давай на орех. Попробуем, а? Сейчас только надо посмотреть, какие карты у этого ореха. Мы тут в основном все на лечку, да? Заточили. Все у нас идет на лечение. Кстати, вот это вот тоже можно взять. Это, кстати, тоже, ребята, новое растение. У меня его не было доселе. Так что, если я, например, уберу вот тут вот, да, и возьму вот этот самый подсолнух. Как думаешь, у нас будет с тобой вариант, шанс, точнее, тут выиграть? Два кабачка, немного ли? Давай-ка мы, наверное, с тобой один уберем, а вот этого вот добавим. И, кстати, вот этого, наверное, тоже мы с тобой уберем, а возьмем лучше вот это вот. Ну что, попробуем орехом сыграть? Вот этим вот. Поехали. И против супермозга. Блин. Я, наверное, это зря сделал. Надо было играть бабахом, да и все. Ну, фиг с ним. Ага, в принципе, неплохо. Друзья мои, я оставляю все как есть. У нас еще орешек. Но это я понял. Так, опять мне кто-то бросает вызов. И... не вовремя. Все абсолютно не вовремя. Ну что, выставляем, наверное, с тобой орех сюда. И вытягиваем карту. Так, супермозг ничего не стал делать. Удивительно это все дело. Так, что мы можем с тобой сделать? Пока ничего. Если я поставлю мину. Ну, а для чего мне мину ставить? Давай просто... нет, шаманса тоже не буду ставить, потому что, ребята, он может уничтожить, мне кажется. А размещает зомби-астронавта. Но ведь я же не знал этого. А он будет прокачиваться. А он будет прокачиваться. Ну, орех у нас тоже будет, конечно, прокачиваться. Но не так шустро. Можем, кстати, кувалочкой сейчас бомбануть по нему, да? Опа-на. Опа-на. Если я сделаю вот так. А орех, например, поставлю вот сюда. Мне выпадает кабачок. Посмотрим, кто здесь. Ха, повезло нам, ребята. Бумс. Так, этого уничтожаем, Гаврюшу. И, кстати, очень хорошо, что у нас здесь есть кактусенок, который будет тоже прокачиваться. О! Даже лужаечка у нас с тобой есть. Угу. Вот так он сделал. Давай мы, наверное, с тобой поставим сюда кактус. Ну, а почему бы и нет? Так, что он там перемещает зомби, который наносит бонусную атаку? Опа-на! А вот это хитрый ход. Вот это хитрый ход, серьезно тебе говорю. Защита. Нет, что-то защита не сработала у нас с тобой. Слушай, ну если он так будет дальше перемещаться, это будет, конечно, труба для меня. Ну, это понятно. Так, там надгробие. Слушай, мне его и не уничтожить никак. Вот, хотя, почему? Можем... если я сюда поставлю орех, к примеру, да? Но тут-то кто будет? Фиг его знает. И шаманство применим. О, хорошая карта. Кто тут? Посмотрим, ребят. Ага.
По-моему, сейчас нам будет крышечка. Хотя защита сработает. Слушай, а вот это хорошо. Давай хильнемся. Нам как-то нужно выживать, поэтому... Угу. Так, что он там? Вытягивает две карты. Ну ты посмотри на него, а. Ну ты полюбуйся на этого гаврика. Как нам вот этого гаврика уничтожить теперь, я думаю? Можем кувалдочкой, да, применить? Кувалдочку сюда вот бомбанем. А сюда поставим шипы. Этого более чем достаточно, лишь бы он меня не уничтожил еще кого-нибудь. Упс, вот это было плохо. Сюда переместит его. Твою же налево, ребята. Ты понял, как он играет? На перемещение. Так что... Была дурацкая идея, конечно, взять ореха. Хотя, почему дурацкая? Можно было бы выиграть, если бы, конечно, карты хорошие сразу бы мне достались. Так что давай переиграем, но на этот раз я возьму бабаха. Я возьму... Хотя, опять же, не вариант, что я именно этим бабахом смогу здесь выиграть. Большая, как говорится, вероятность фейла очередного. Но зато я буду знать, что он перемещает своих этих нытиков на свободные ячейки. Или моих перемещает, да? Или же своих, как говорится. Да, блин. Ну что это? Ну, вот, мина, кактус. Ладно, это еще, как говорится, по-божески. Так, Дэйв, не напоминай мне, пожалуйста. Не нервируй. Ага. Да, конечно. Вот этого не хочешь получить, а? Захотел тут прокачаться мне. Можно было бы, конечно, мину там поставить. Было бы намного выгоднее. Согласись. Микс нам выпадает с тобой. Надгробие. Я, наверное, сделаю вот так. Пират. Отлично. Пират тоже крышка. Слушай, они все достали. Они все зомби с надгробиями. Это плохо. Ну ты смотри, что творит, а. А мне даже ничего и не сделать. И тут появляется еще пират. Так, он перемещает его. Получает плюс один к атаке. Карту вытяни, да, за попадание. Или что? А, нет, он качается. Он прокачивается. Так, ну что он там будет делать? Упс. Да, блин, тут еще какая-то курица. Слушай, если я сделаю так... И давай, короче, мы с тобой вот так сделаем. И, наверное, вот так. Я пока другого варианта не вижу. Сама... Ах ты! Но он тратит карты. Ребята, у меня потом, в принципе, можно... применить. А поможет ли мне это? Хм. 8-6. Это плохо. Друзья мои, это очень плохо. Короче, сделаем с тобой вот таким вот образом. Посмотрим. Кто там? Куда она уйдет? Сюда, что ли? В эту сторону? Точно. Защита будет срабатывать у меня сегодня или нет? Вот она, родная моя. Так. Мне некуда пока переместить эту грушу. Да и незачем, на самом-то деле. Мина. Вот это уже хорошо. Но опять же, не стоит забывать, что здесь прочерк стоит. Если я сюда вот ударю... Предположим, переместить, да? Предположим. Грушу. Вот зачем я это сейчас сделал? Объясни мне, а? Ой, глупостью я занимаюсь, ребята. Так, мину сюда. Ладно, мину сюда, предположим. И сюда. И все это вот так вот заправить. Ну вот тут-то кто будет? Я не знаю, ребята. Твою же налево. Ну ты посмотри, как он делает, а. Короче, очень много этих зомби в надгробиях. Я же вроде не убирал. Они должны быть у меня в этой... В колоде. У меня же как раз все заточено именно против зомби, которые встают из могил.
Верно? Верно. А почему мне тогда не выпадают эти надгробия? Объясни-ка мне, а? Почему они не выпадают мне? Вопрос интересный. Вот у меня два могилоеда и два вот этих вот. И они мне не выпадают. Так, вот это мы тогда уберем отсюда. Оно, наверное, нам не понадобится в ближайшее там время. А нам нужно что-нибудь посерьезнее взять. Сколько у нас с тобой мин? 4. Но этого более чем достаточно. Ягоду взять, что ли, еще одну? Или груш добавить? Давай добавим. Нет, что-то не то. Что-то здесь не то, ребята. Банановые бомбы 2. Ну, как бы все хорошо. Но с рукой не везет. Так, оставляем. Оставляю я, наверное, все как есть. Так, мне еще и мина выпала. Ладно, давай посмотрим. Нет, ниндзя. Слушай, мне такое ощущение, что он даже специально все это делает, чтобы выманить у меня мои мины. Не знаю, вот почему-то так кажется. Так, будут могилы или нет? Я как раз жду. Смотрим. Угу. Нет, парень. Хотя он может сейчас переместить, да? У него уже есть переместить там, например, своего зомби или еще что-нибудь. Так оно и есть, ребята. Он перемещает просто зомбаря и наносит нам 4 единицы урона в лицо. Вот так этот подхалим и играет. Так, что бы нам сделать? 4 или больше. Хорошо, мы с тобой сделаем вот так вот. Кто тут? Я не знаю, ребят. Наверное, который бонусную атаку делает. Ё-моё, антигерой, блин. Оу. Твою ж налево. Он сейчас будет за него цепляться. У нас есть микс. Надо применять. Надо применять микс, это раз. И могила еда вот сюда применять. Кто там? Ага, с прочерком, понятно. Так, ладушки. Это мы с собой прибережем пока. И еще одна курица, ты посмотри. Эту мы с тобой бабахнем. А сюда, наверное, вот так вот сделаем. Орех. Он сейчас эту курицу 100% будет куда-нибудь убирать. А, она сама же уйдет, понял. И размещает еще и зомби-астронавта, ко всему прочему. Да, это не есть хорошо. Так, он еще и вытягивает две карты. Да, задания все-таки сложноватые пошли, но надеюсь, мы с тобой справимся. Надеюсь. Так, 4-4, мы тут тоже. Ага. Слушай, мне кажется, он будет сейчас кого-нибудь с бонусной атакой, да, вызывать? Или же я ошибаюсь. Ну что, мы можем с тобой поставить сюда орех. Вот таким вот образом. И сделать, ну вот так, предположим. Давай посмотрим. Мы же не взорвемся? Нет, мы не взорвались. Так, это и крышка курицы. Этого зомби, конечно, еще не убьем. Мина. То, что нужно. Этот прокач... Мы тоже тут прокачались. Воу-воу-воу-воу-воу, смотри, что делает, смотри, что творит. Я, знаешь, что, кстати, думаю, что вот этот вот чудик хочет... Сейчас, смотри, мы, короче, с тобой делаем таким вот образом. Я ставлю сюда наш орех и вот так вот прокачиваю. И плюс ко всему я поставлю, наверное, мину сюда. Давай проверим. Ах ты, смотри, что происходит. Ну и куда ты сюда ушла? Ладно, фиг с ним. Уничтожает расти... Твою же налево. Ты посмотри, у него сейчас...
Все тютелька в тютельку. А, мне повезло, друзья мои. Мне очень крупно повезло. Кого-то переместить можно, да? Ну давай переместим вот сюда. И два урона в лицо ему. Так, у него карты там нету. Так, мы тоже тут прокачались. Курица. И все, это все, что он мог поставить, курицу. Ну мы тогда вот так вот делаем. И по идее ему должна быть крышка. Проверим. Упс. Так. Уничтожаем. Уничтожаем. И две единицы в лицо. Песик. Он вызывает там надгробие. С бонусной атакой, да? Я больше чем уверен. Блин, 100% тебе говорю, что здесь будет бонусная атака. Но если он взорвет мне мину, он сам взорвется. Ладно, мы с тобой сделаем тогда вот так вот. Нормуль, я думаю, да? И песика поставлю вот сюда. Давай посмотрим, кто тут. Ну все, ребята, ему кранты. Блин, кровожадность. Но все равно кранты. Этого уничтожаем. Этого тоже. Ну и два в лицо вот нанесут те самые груши. Блин, да, потрепал он мне нервишки, если честно, своим хитрым таким вот планом. Но бабах все-таки справился, ребята. И переходим дальше опять на Нептусь, которая будет опять со своими тут могилками, со своими надгробиями шутить. Баловать, так скажем. Так, вот это все убираем с тобой. Блин, вот эта карта не в тему, если честно. Припала к нам тут. Приливная волна принесла Нептусе с плюс 5 единиц здоровья. Короче, понятно, на 5 единиц здоровья у Нептуси становится больше. Так, я ставлю мину, ребята. Пускай она прокачивается уже сразу, заранее. Блин, ну осьминожку. Осьминожку мы уничтожим с тобой. Но это будет на следующем ходу. Да? Да. На следующем ходу. Ну, сейчас, естественно, он сейчас будет еще кого-нибудь выставлять. 4-3. Так. Рестлер, да, значит, вылез. Короче, мы с тобой делаем вот так. И вот так. Смотрим. Перемещает зомби. Да ты что, блин, а? Как он достал, а? У меня всего лишь 3 энергии. Я никого не могу поставить сюда. А он, конечно же, тут выставляет надгробия свои, а? Никчемные. Ну что это? Ну что это выпало? Кровожадность еще это вышло. Дождик, блин, проливной. Дождик проливной, это хорошо, но не нужно мне сейчас в данный момент. Кактусенок. Ну и куда я вот кактусенка этого поставлю? Сюда можно, в принципе, влепить. Да? Ну лучше вот, наверное, сюда все-таки. Упс. Сумоист, чертов, а! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как тут все плохо-то. Ну, Нептус, ну доиграешься ты, а. Со своими шарами, да, значит. Вот так вот. Да, ребят, нам тут сейчас будет очень несладко. 7 в лицо. Жестко, конечно, тут на самом деле все. Как ты достал, а? Ну, тут без вариантов, ребят. Тут уже никак мне не выкрутится. Что бы я тут ни делал. Сам понимаешь, тут мне крышка. Еще этот чудило тут появился. Убирает с кого? Ага, этого. И тут нам крышечка. Слушай, знаешь, как вариант можно что придумать? Я сейчас сижу и думаю. Если, например, мы с тобой возьмем какие-нибудь растения попроще, да? Например, даже не бабаха возьмем, а, к примеру, нашего
капитана Огонька. Изменим ему сейчас колоду. И изменим ее, знаешь, в какую сторону? Мы просто уберем. У нас здесь и так, в принципе, нет никого особо сильных таких, да? Куда вы пропали-то, ё-моё? Так, вишня. Ладно, это все пускай остается. Вот, взять простеньких. Например, убрать вот этого. Кукуруза фиг с ним, пускай остается. Этот пускай у нас остается. Так, это атака. Пенек. Вот это вот, наверное, убрать надо. Лаву эту, она нам здесь не понадобится. Можем вот Бонгчуя взять. Было бы неплохо. Да, а почему бы нет, кстати. Взять Бонгчуя. Также, например, можно взять вот Росток. И имитатора, может быть, взять. Как вариант. Слушай, он давит, да? Любитель подавить наше растение. Вот так вот сделаем. Посмотрим, друзья мои, что у нас из этого получится. Если выгорит, то будет классно. Если нет, то мы опять с тобой сфейлимся. Ух, как говорится, была не была. Ну, начало, в принципе, такое. Ну да. Первый ход есть у нас с тобой однозначно. Давай, давай, давай. Кого он там сейчас будет выставлять? Это Нептус? Никогошеньки, да? Или все-таки... Или все-таки бросит свой шар? Давай проверим. Хм. Не стало. Это для нас очень хорошо, ребят. Так, что у нас тут? Арсений получает 2 плюс 2. Ну, я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. Давай проверим. А что такое? Нет, что случилось-то опять? Я не могу понять. Что ты там опять придумываешь? Угу. 100% хочет, наверное, убрать. Так, ладно, предположим. Поехали. А, ну конечно же, кровожадность. Так, блин, осьминожку бросает сюда. А мне даже, ребята, и не прикрыть никак. А, вот она даже как сделала. Вот так она сделала. Блин, прикинь, разобралась со всеми практически, да? Кто у меня был? У меня 4 энергии, кого я могу поставить? Вот этот стебелек. Воу-воу-воу-воу. А 3 энергии, да? Приберегла. Ну, давай проверим. Угу, я понял. Так, этого ханурика мы с собой уничтожим. Так, ладно, смотрим далее. Капуста. Упс. Упс, вот это плохо, ребята. Вот это плохо. Перемещает зомби. Перемещает зомби. Блин, подставиться или нет, я не знаю, как лучше тут сделать. И подсолнух хочется как бы сделать, подставить, да? Да ладно, была не была, иди сюда. Ну, вот так вот. Уничтожить не уничтожить, но мы тоже немножко урона нанесем. Поехали. Так, этого зомбаря уничтожаем. Давай, вот так вот. Пенек. 5-3. Опять зомби в броне. У него бронявый. Так, этот еще появился, тут не запылился. Но этого мы с тобой можем убрать. Вот таким вот образом. Да? Что? Блин, безумие получает. Ну ты прикинь. Специально что ли делает, да? Все, все делает специально. Так, ну что, будем уничтожать его? Через кукурузу или... А, у меня еще пока нет такой возможности. Воу-воу-воу-воу-воу, смотри, что делает.
Кто там у него? Я фиг знает. Блин, кто там у тебя, а? Ну, давай я вот так сделаю. Посмотрим, ребят, кто здесь. Твою ж налево. Так, кого он уберет отсюда? Этого зомби, да? Ну и правильно. А здесь сумоист. Кого он сейчас переместит? Вот так вот он сделал. Ага, и себя куда-то перемещает. Вот так даже? Это, конечно, интересный ход. Ну давай, выставляй. У меня кукурузка вот тут уже готова бомбануть. Вот так ты делаешь, да, значит? Блин. Или лучше нам с тобой сделать вот сюда. А кого мы там поставим? Я не знаю, ребят, кого мы там можем поставить. Давай вот так все-таки я бомбану. Этого уничтожим, а этому нанесем. Ну, хотя бы так. Поехали. Окей. Добиваем. Опачки. Что у нас тут, ребят, смотрите-ка. Так, кукуруза 7-7 становится. Естественно, он прикрывается зомби, у него другого варианта нету. А мы с тобой делаем так. Это у нас на ландшафте, но не сверху. Так, 5-6, что лучше сделать-то? Ну, давай вот так вот с тобой. Так, сделаем. И... вот так вот. Проверяем. Уничтожил, да, моего халапунтика этого. Но сейчас мы этого уничтожим и 7 в лицо. То есть крышка ему. Это ей, то есть да, мы ее уничтожаем. Все, Нептусь доигралась. Все-таки я ее перехитрил. Умудрился, да? Ну, слушай, капитан Огонек. Смотри-ка, в форме, как ни странно. В форме парень. Ну что, переходим опять же на, наверное, нашего бабаха. Выбираем и поехали. Кто тут у нас? Заморозк. Ну, любитель замораживать. Кстати, надгробие тоже он вызывает. Ты помнишь, да, в прошлой игре тут мне компенсировал мозг. Давай-ка мы, наверное, вот так берем и... пускай вот так остается у нас. Отлично. Так, что там? А, ну +1, +1, это понятно. Начнем с мины. Здесь есть резон выпускать мины, потому что она с каждым ходом прокачивается. Так, кактусенок. Тоже, кстати, неплохой вариант. Мы можем его вот сюда поставить. Что там у тебя? Ага. В лицо. Так, хорошо, что у нас минка, ребята, имеет две жизни. Так бы сейчас взорвалась бы. Так, имитатор. Кто там? Фиг его знает. Я, наверное, вот так вот поставлю имитатор сюда. Твою же налево, блин. Ну, естественно, надо будет его уничтожать. Так, тихо, что там? Зомби получает 2+2. А вот как я теперь его уничтожу, а? Скажи-ка мне на милость, как? В принципе, как тусенок, да? Может мне в этом деле, наверное, помочь? А может ли он мне в этом деле помочь? Да, имитатор, конечно, тоже в кактусенка. Не-не-не-не-не, тебе кранты. Хоть ты тут задудись. Чего там? -1, -1. Ладно, предположим. Так, минус. А что сейчас? Что сейчас было? Так, надо будет сюда кого-то влепить или... я не знаю, или подорвать его. Как думаешь, что сделать лучше? Наверное, мы с тобой... сделаем вот так. Этого надо обязательно нахлобучить. Ах ты. Почему-то не стал убирать кактусенка, да? Уничтожил, убрал мне малыша моего. Ладно. Могилоед, это прекрасный прекрасный выбор. Да, чтоб тебя. Ну ты понял, да, почему, ребят, я взбесился. Естественно, надо грубее. Угадать бы нам только с этим
Оу, слушай, неплохо. Естественно, он уберет, либо... Тут он, наверное, кактус уберет, поэтому... Я сделаю вот так. В любом случае, он уберет кактус. Он этого малыша трогать не будет, поверь мне. А у нас будет с тобой здесь такая вот неуязвимость, которая нам очень пригодится. Так, это мы с тобой сохраняем. И вот теперь... Так, давай, прокачивайся там. Опять надгробие. И не одно, ребят, надгробие. Так, что же сделать нам? Поставлю сюда кактус, а сюда поставлю вот так вот амфибию. Смотрим, кто здесь. Он этого уберет. Ты смотри, какой жук, а. А тут... Блин, горелый. Слушай, ну то, что чувак там с этим... Так, мы не уничтожим, да? Еще три в лицо получим. Этого я сейчас уберу отсюда. Ему здесь не место. Ему здесь не место. Я знаю, знаешь, он там навлепил. Ребят. Здесь будет у нас... Уберет он мне, да, этого. Надо вот так, наверное, сделать. И смотреть, кто здесь у него. Ага, пират. Ну, а здесь рикошет. И получим мы с тобой 4 в лицо. В общей сложности. Этот прокачивается. Угу. Так, вот это неплохой вариант. Давай сюда поставим мину. Ну, с этим сейчас мы разберемся. Так, предположим. Твою же налево, а ну ты достал, а. Короче, нам... Что? Трындец он, конечно, тут навыставлял. Так. Ну, например, я сюда еще поставлю. Нету, не хватает мне вот сюда, чтобы выставить. Ну, это жесть. Ребята, это жесть. О, все. Наша песенка здесь спета. Еще и минус один, минус один. Знаешь, что я тебе скажу? Вот это все надо отсюда убирать. Вот эти вот крики, уры, это нам здесь вообще не нужно, нисколечко. Надо без этого всего обходиться. Потому что здесь эти бафы не работают. Тем более здесь у него есть этот гробовщик фигов. У него есть чувак, который делает отскок. Поэтому в этой колоде надо избавляться от заклинаний. Надо избавляться от заклинаний. Соответственно, и шаманство здесь не нужно. Его надо убирать отсюда. Микс еще более-менее сгодится. Вот это вот убрать. Вот это вот тоже, в принципе, надо убрать. Но неохота мне почему-то его трогать. Оставлю один микс, оставлю две эти. И поставим что-нибудь попроще. Что-нибудь попроще. Например, вот этого возьму. Поставлю его на воду специально, пускай там стоит. И ко всему прочему я возьму, хочу взять, по крайней мере. Так, у нас... Ага. Слушай, вот этого, наверное, я уберу одного, потому что здесь и одного достаточно. И ягоду, ребята, добавлю. Пускай будет две, пускай она прокачивается потихоньку, да? Шипы. У нас есть с тобой одни. Мина, все как полагается. Можно поставить грибную поляну. Кстати, это будет неплохой вариант, если грибная поляна будет стоять, да, и мы будем высаживать растения, получается грибочки у нас. Грибочки, соответственно, которых он не уничтожит, будут прокачиваться на 1 плюс 1. Так что, как вариант. Но опять же, нету возможности выставить эту лужайку, понимаешь? Так, это оставляем. Кокосового короля поменяем. И вот здесь поменяем. Да. Слушай, а нафиг я это заклинание-то оставил? Надо было его убрать. Ну что, выставляем. Ну ты смотри. Ну он потратил, по крайней мере, заклинание. Это хорошо, все равно у нас кактусенок с вами прокачается. Сейчас 1 плюс 1 получит.
Вот у нас с тобой груши есть, это тоже, кстати, хорошо. И что делает? Мы с тобой вот так сделаем. Тут, наверное... А, нет. Я думал, там будет этот... С отскоком, чувак. Ну, повезло. Еще минушка, да? Мину, я думаю, наверное, мы сюда с тобой поставим. А вот здесь, наверное, с... Ах ты. Ладно, сама себя сейчас взорвет. Следующие у нас будут с тобой груши. Он еще и рикошет. И остается у него три карты. Смотри-ка, что делает, а? Ладно, фиг с ним. 4-4, смотрим, что он сейчас выбросит. Вот так вот, да? А я две груши сюда поставлю специально. И кто там у тебя? С кровожадностью. Ага, но все равно ему крышка, ребят. Нет. Нет, не крышка, блин. К сожалению, еще живет, а? Ну, я его сейчас добью банановой бомбой. Банановой бомбой я уничтожу его. Вот так вот. А сюда поставлю крокодильчика. Кто там? Так я и думал. Так я и думал. Мелкий проныра. Мелкий просто проныра. Мина. Ага. Давай сделаем вот так вот. Ну и вот так вот. Неужели у него тут опять будет с проскоком, а? Нет. Это хорошо, ребят, что это чудик. Это даже нам выгодно. И этого тоже уничтожим. С картами, конечно, небольшая беда у нас. Мне нужны персонажи, блин, а у меня одни заклинания. Да ладно, ничего не стал ставить. Как это так? А если я вот так вот сделаю и вот так? Что ты на это скажешь, а? Заморозка. Тебе даже ответить нет. Нет, есть чем. Уничтожает растение. Все-таки была у него эта карта. Да? Держал до последнего. Фиг с тобой. Так, не забывай, у него есть заклинание заморозить все мои растения. Опа, опа. Так, ну здесь все легко делается. Вот этого мы уничтожаем, да? Хе-хе-хе. Да, и вот так вот делаем. В лицо ему. На. Так, заморозка, что ли, у него там? Ну и что? Ребят, мне, в принципе, по барабану. Этот-то, главное, не умрет. Он на неуязвимости стоит. Так что, пускай он в него стреляет. Кто? Посмотрим здесь. Ну, вот видишь, как хорошо. Урон, конечно, нанести не сможем. Но и повреждения мы тоже с тобой не получим. Так, как тусенок подрастет, этот тоже подрастет. Плюс у нас еще Минка с тобой есть. Угу. Окей, предположим, я поставлю вот так вот. Посмотрим, кто тут. Ух, замечательно-то как. Да надо же, что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Ну, твое дело, в принципе. Очень классно получается все. Заморозки, я думаю, сам себе тут могилку выкопал. Так. Ну, сюда, ребята, однозначно надо ставить виноградину. Давай добьем этого ханорика. Что тут нервирует меня? Антигерой, да-да-да-да. Ага, конечно. На тебе. Получи еще пятачок и еще 4. Хопа. Ну дайте мне нормально, блин, микс дали. А он сейчас все равно надгробие поставит сюда. Здесь даже, да, выставил? Ладно, если я... Мне просто нужна карта, ребят. Хоть какая-нибудь. Вот. Вот. Ну давай, уже из-под тяжка просто будем делать. Вот так вот. Кто у него здесь? Как ты думаешь? Рикошет, кого, его что ли? Как тусенка? На руку мне сыграл просто-напросто. Ребят, в любом случае ему должна быть... Нет, крышка сейчас не будет. У него 3 единички здоровья. Но мы сейчас его добьем. Что он там сейчас будет выставлять? Надгробие, мы, смотри, сейчас кое-что делаем, да, урон в лицо ему, да, у него срабатывает защита. Я не знаю, там, что у него за карта.
Все растения получают минус один на земле. Да ради бога. И вот так вот. Пока. Все, заморозка довыделывался, мы его победили. И у нас с вами последний бой. Опять же с Нептусью. Так, подожди-ка, а мы же ее бомбили, по-моему, этим, да? Капитаном Огоньком, или я ошибаюсь? Слушай, я даже не знаю, наверное... Давай попробуем что-нибудь помягче. Помягче взял, называется, блин. Ладно, хотя бы мину дали. Так, ну ничего себе, Нептусь в отличной форме и получает 10 единиц здоровья. Блин, понятно, тридцатник, да, преимущество. Сейчас начнет тут. Ну, конечно же, начнет, но мы с тобой... Ну, что мы тут сделаем? Мину влепить? Ну, давай мину поставим. Три-три, молодец. Хвалю. Теперь получи, как говорится, в лицо. На тебе, зомби. Так, могила Ед есть у нас. Он сейчас наверняка будет могилу к себе выставлять, да? Смотри-ка, нет. Ну, понравятся тебе шипы мои? Конечно, понравится. Шикарно. Фруктовый микс у нас даже появился. О, могилочку вызвал. А я сделаю его вот так. Хорошо, что я никого не стал сюда выставлять, а? Да, ребята? Так, он прокачается маленечко. Мы ягоду можем поставить сюда, кстати. Блин, нет. Так, опять мне бросает вызов. Блин, ну как же все это не вовремя? Опять тот же самый, а? Слушай, если я сделаю... Ну, вот так вот. К примеру. Опачки, орех. На которого не действуют заклинания. Это очень хорошо, кстати. То, что тут, конечно, очень паршиво все получается. Кокосовый король. Но нам надо еще дожить до этого времени, чтобы его использовать. Слушай, он достал своими зомби с надгробиями, с этими, с броней. Смотри, что вытворяет. Так. Ну, если я сделаю вот таким вот образом, да? И... Ну, вот так вот. Поехали. Мы получим с тобой сколько? 5 в лицо. Так, защита у нас сработала. Дождик проливной. Пока, наверное, не будем мы его... Нет, будем. Будем, ребята. Так, мина. У нас с тобой есть мина. Опа. Опачки. Хорошо, поехали. Вот здесь, конечно, не в тему сделал я, да? И мы с собой 4 в лицо получим. И это очень плохо. Так, ладно, этого уничтожим. И еще 4. Что там у тебя? Амфибия. Ну, давай, ставь свою амфибию. Действуем с тобой дальше. Только вот как? Прокачку-то, конечно, нехилую тут они получают. Зомби-брони, это от меня нисколечко не интересует. Если я, например, сюда поставлю мину. Все вытянутые... Так, карта растений становится +4, +4. Фиг его знает, давай попробуем. Удружил себе, называется. Так, посмотрим, что у него там есть. Нету, да, ничего? Этого-то сможем? Мы должны же его уничтожить, по идее. А-а, выжил еще. Кого бомбануть-то здесь лучше, а?
Так, минус этот зомби. 13 хп, ребята, у нас 5. Ну, этого... 6-2. Слушай, кукурузу если выбросить, сколько мы нанесем урона? Тут 6. Тут 2 единицы. 5. Что-то у меня не получается. Хотя, почему не получается, если мы, например, сдвинем сюда, этого уничтожим. Так, 2. Блин, я не могу сконцентрироваться. Так, 2. Не хватает. Да? Не хватает, ребята. Твою же налево, блин. Не хватает и все, хоть ты тут тресни. А если я выпущу этого? Все равно 6 в лицо получаем. Хоть так, хоть так. Да, ребята. Этого ставить... Ну, нет смысла. Так, короче, смотри. Фигня полная получается все у нас. Давай сюда перетянем. Так, ну, сейчас уже шанс хоть какой-то есть на выживание у нас. Ставим сюда и вот сюда. Не знаю, ребят, что у него там за карты. Если он сейчас уничтожит, понятно. Тогда все, тогда фейл. Тогда фейл. 6 в лицо. Ну, это, естественно, специально все сделано. Нет, чтобы, вот, например, вот здесь вот убрал бы мне орех. Он убрал именно того, кого надо. И меня никак здесь не сыграть было. Но я держался до последнего, я старался, ребят. Естественно, пойдем с вами дальше. Переигрывать это стечение обстоятельств. Так просто получилось. Повезло, короче, этой Нептусе на этот раз. Но думаю, что сейчас будет бой для нее последним. Так, убираем этого. Да что? Ну что вы мне вот подсовываете? Ну зачем мне вот... Вот такие вот карты, блин, а? Да иди ты, блин. Да понял я. Мина. Мина, мина, мина. Мину мы сюда с тобой поставим однозначно. Если, конечно, он сейчас не сделает, знаешь, что эту? Рикошет свой. Хотя у него нет энергии, никакого рикошета не будет здесь. Начинается все так хорошо, все так мило, но потом почему-то заканчивается все как-то криво. Кактус. Ну, кактус я, например, могу вот сюда поставить. Поехали. Ну и хана твоему зомби, ё-моё. Чё ты, меня напугал, что ли? Тьфу. Ну, вот так вот. Ну, главное, что он шар потратил. Я могу теперь спокойно вызвать ягоду свою. Чё, ничего не стал ставить, да? Ладно, я выставляю тогда ягоду сюда. Не дай боже, у тебя еще есть шар. Ты посмотри, что творит, а. Ну, а груша, если я сейчас выставлю, у тебя тоже там найдется что-нибудь против них? Или что? Нет, парень. Только не сегодня. Кто там у тебя? О, это нам повезло, друзья мои. Пожарного завалили. Ну, он сейчас опять будет могилы свои ставить, да? Плешивые. Сюда, я поставлю тогда грушу. Давай посмотрим, кто тут. С кровожадностью. Ну и... Так, неужели грушу сейчас уничтожит ни одну? Нет, убрал мину. И перемещает. Ну ты прикинь, а? Че вытворяет? Ну что нам надо делать? Уничтожать, естественно, да? Этого гаврика. А как уничтожать? Через мину. Мы поставим одну минку вот сюда. Нет, мы вот так лучше сделаем. Сюда. И этого гаврика уничтожим сейчас. Вот так. Поехали. Так, перемещаясь, чтобы вытянуть карту. Уже не знает, как выкрутиться. Да, Нептус? Уже не знаешь, как сделать, да?
Понятно все. Ладно, хорошо. У нас с тобой есть защитник. У нас с тобой есть защитник. Мы можем, в принципе, защитника поставить. Да вот сюда я поставлю, да и все. Перемещает зомби плюс один. Ладно. Мне это не страшно. У меня все равно защита есть, так что все под контролем. Так, кто там? Осьминожка, наверное, какая-нибудь, как всегда. Дальше делаем проще. Вызываем кукурузу. Или как? Ага. Тогда делаем немножко по-другому. Вот так. И вот так. Поехали. Безумие. Зачем? Зачем он ставит безумие? Все равно же крышка тебе, ё-моё. А нет, он выживет. Одна хп у него останется. Угу. Ну вот теперь мы вызовем с тобой кукурузу. Мы с тобой вызовем кукурузу. Кого он там сейчас влепит? И куда? Никого никуда. Все, ребят. Должна быть, по идее, крышка. Хотя защита, наверное, сработает. Да, сработает защита. Он бросит осьминожку, наверное, куда-нибудь. Прикроется ей, как всегда. Но это ей не поможет. Не-не-не-не, Нептус, забудь. Забудь. Не успеет твоя осьминожка здесь даже ничего сделать. Все. Прекрасно, прекрасно все было. Главное, мы отстояли свою территорию. Мы выиграли, ребят. И кто там у нас будет в следующей серии? Лихорадка заразительной сальцы. То есть мы будем против сальцы. То есть это будет как бы босс вот этой вот миссии. Ну что же, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.